Архиепископ Аксий посетил городской округ Люберцы. Управляющий Подольской епархией Русской Православной Церкви возглавил божественную литургию в Скорбященском храме. Визит владыки запечатлела съемочная группа нашего телеканала. В это воскресное утро в храме, расположенном на территории Новолюберецкого кладбища, собрались прихожане от мала до велика. Помолиться и принять причастие в присутствии архиепископа Аксия для каждого из них – большая радость и светлое событие. За божественной литургией прихожане услышали чтение евангельской притчи о безумном богаче. После двухчасовой службы архиепископ Аксий выступил с проповедью, в которой объяснил смысл этой поучительной истории. Совершая божественную литургию, здесь я впервые, но когда объезжал все храмы Люберецкого благочиния, то я посещал этот наш кладбищенский храм в честь иконы Божией Матери Всескорбящих Радость. В духовном единении сегодня помолились здесь и о тех, кто здесь почивает, кто здесь нашел место своего последнего земного пристанища, совершили молитву о наших усопших сродниках. Впечатление, конечно, потрясающее. Мы увидели владыку, это большая радость. В нашем храме прошла литургия очень красивая, торжественная. Очень красиво пел клирос, хор великолепно пел. Ну, состояние праздника после литургии, после причастия. Поэтому слава Богу за все. Молитвенное участие в божественной литургии приняли настоятели храмов и церквей Люберецкого благочиния. Служба прошла накануне православного праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.